уважаемый Геннадий Юсупович. Уважаемый Геннадий Юсупович учился здесь в 1974-1976 годах и с отличием закончил нашу школу. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют гости замглавы администрации Чеченской Республики Касумов Исмаил, глава... Ясфаматановского района, дорогие участники. Сегодня на меня возложена одновременно почетная и в то же время трудная для меня миссия. Уважаемые жители и глава Ясфаматановского района, администрация Чеченской Республики решила присвоить имя Зии Багаева в средней школе номер 1 и улице Заречная, село Ясфаматан, Ясфаматановского района. Считаем увековечение памяти выдающегося ученого и нефтяника, замечательного сына чеченского народа, который, не жалея сил и средств, поддерживал народ Чечни в трагические дни его истории, послужил делу воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, интернационализма, миролюбия. Подобные акты будут способствовать увековечению памяти достойных представителей народов памяти и поколения. Да, всех алвардия. Я еще хочу сказать несколько слов. Я знал по прежней своей работе, еще работая в Шалинском райкоме партии, Зия Багаева лично. Имел контакты с ним. Это был один из достойнейших сынов чеченского народа. У меня трудом поворачивается язык, когда был, потому что в моем сердце, как и во многих сердцах чеченского народа, он останется навечно, пока мы будем живы. Даже вы поверили на этот объект, он был батер, дал дел, а вы дал дел, дал дел, дал дел, дал Почетное право открыть меморальную доску в честь Зии Багаева заставляется ученики 11 А класса Сосуевой войны. Человеческие и профессиональные качества блестящего инженера, талантливого бизнесмена-новатора, управленца с большим будущим, восхищали не только друзей, но и российских и зарубежных партнеров. Эти качества признавали в нем его доброжелатель и доброжелатель. Родился Зия 11 июля 1960 году в многодетной семье директора школы, исключительно уважаемого в Ачхой-Мартане и Чечено-Ингушетии Юсупа Бажаева. Среди девятерых детей Зия был седьмым. В школу Краснодарский политехнический институт, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина окончил блестяще. Защитился и стал кандидатом технических наук. С 1988 по 1991 года работал на биохимическом производстве в
Краснодаре и Грозном. В 1992-1995 годах президент компании «Лия Ойл». В 1995 году президент государственного унитарного предприятия «Минтоп Энерго Российской Федерации» «Южная нефтяная компания». С июня 1996 года по март 1998 года вице-президент, первый вице-президент и президент нефтяной компании «Седанка». В апреле 1998 года Зия Бажаев создает межрегиональный многопрофильный холдинг «Группа Альянс», который занимается подготовкой антикризисной программы для государственной нефтяной компании «Роснефть», разработкой концепции создания национальной нефтяной компании России. Зия Бажаев являлся неординарной личностью, талантлив во всем. Такие люди рождаются раз в 100 лет. Его отличала исключительная целеустремленность и исключительное трудолюбие. Он мог работать сутками, заряжая энергией членов команды, своих деловых партнеров. Трудно, горько говорить, что Зия Бажаев ушел от нас. Это несправедливо. Он был лучшим из лучших. И от него так много ждали. Физически Зии уже нет среди нас, но память о нем в наших сердцах остается навсегда. Да, Герчтоль. Так, стихотворение, которое посвящено Зиябде Бажаеву, прочтет наша ученица Эльжаева Заира. Родился здесь, в селе Очхое, любимый брат и друг Зия. Учился он прилежно в школе, и им гордилась вся семья. Был гордым он и честным всюду, друзьям надежным другом был. Утехой старых, надеждой малых, для всех незаменимым был. Нежнее мужа нет на свете, отца, таких отцов уж нет. Сирот немало, но не этим, забыть, каков их был отец. Зия, тебя нам не хватает, навзрыд рыдает мать твоя. Нелепо ты погиб, родимый, и я не верю в это зло. Неужто можно так жестоко отнять родное существо? Он нужен был всему народу, он гордостью и честью был. Чеченца имя он прославил и веру в счастье возродил. Зия, ты доказал делами, что в жизни можно все успеть. Своими ты воздвиг руками бессмертие памятник себе. Сегодня именем твоим мы эту школу называем. Ты начал путь свой здесь, я, и к памяти твоей зываем. Пусть по стопам твоим пойдет теперь иное поколение, и именем твоим зовет свое грядущее везение. Теперь я хочу предоставить слово тем, кто учился, был рядом Зии Бажаевым, когда они учились в этой школе. Слово предоставляется также выпускнику нашей школы Башаеву Уайзи. Зиябде учился с нами в одном классе. Что можно о нем сказать? Вся страна сказала то, что можно о нем сказать. Мне трудно говорить сегодня. Он был активным участником всех мероприятий в школе. Он хорошо учился, он был прилежный, он также занимался спортом, он даже был назван именем Пеле. Его называли в футбольной команде Пеле. Он был везде. Он принес для нашей республики ту пользу, которую мы можем сегодня не оценить. То, что он сделал, мы узнаем, наверное, позже, всю его ценность. То, что он был чеченцем, это уже достаточно, чтобы мы гордились за него. И я не думаю, что его память в наших сердцах когда-нибудь угаснет. Далге штольцем, далге алвольне. И сам Бог, эти войнюка, при процентах, хельча ох, вой, нох чука, да, вой, кивуи шума даташу. Далге штольцем. Так, слово предоставляется начальнику отдела сельского хозяйства Бучаеву Абдулмуджаеву. Дорогие дети, уважаемые односельчане, сегодня
В школе номер один происходит знаменательное событие, посвященное нашему земляку, односельчанину Бажаеву Зиаутдину Юсуповичу. Я хочу сказать сердечную благодарность тем, кто вспомнил Бажаева, вспомнил необходимость, решил назвать школу номер один его именем и изготовили мемориальную доску с его именем. Стен этой школы вышли многие люди, которые прославили республику своим трудом, своим знанием. Я не сомневаюсь, здесь стоящие дети тоже будут знаменитыми и принесут большую пользу нашей республике. Зия Бажаев был гордостью чеченского народа, полностью с основанием, можно сказать, это потому, что он сделал многое для республики и готов был сделать еще больше. Мы возлагали большие надежды на него и надеялись, что республика действительно получит от него отдачу. И так бы произошло, если бы не случилось несчастье. Мы, наш род, имеет крепкие связи, родственные отношения с семьей Бажаева. И мы гордимся этими родствами и поддерживаем с ними тесные контакты и продолжаем свое родство с ними. Я еще раз благодарю тех, которые решил провести это мероприятие, воздал должное нашему земляку. И мы всегда, наши соотечественники, односельчане, будут помнить имя Бажаева Зиаутдина Юсуповича. И вы, подрастающее поколение наше, будете достойными Бажаева Зии Юсуповича. Благодарю вас всех, которые здесь собрался, посвятил этому важному и мною уважаемому мероприятию. Слово имеет заместитель главы администрации Чхонатановского района Анзаев Рустам Шарипович. Уважаемые друзья, уважаемые гости, сегодня в нашем селе и в районе происходят события, которые, с одной стороны, носят и характер торжественности, и, к сожалению, характер печали. Но, по выражению самого Зии, жизнь продолжается. И мы должны всячески помнить, всячески придерживаться тех принципов, которыми в своей жизни придерживался Зия. По поручению администрации я выражаю признательность администрации нашей республики за то решение, которое они приняли, и за то участие, которое принимает сегодня представитель администрации республики в нашем мероприятии. Я желаю вам, ученикам, быть достойными имени Зии, которое сегодняшнего дня, я уверен, достоинством будет нести весь педколлектив средней школы и вы, учащиеся. А родственникам, близким и знакомым, да, где что? Слово предоставляется директору Чхонатановской средней школы номер 4 Исраилу Урашеву. Мутаеву Урашеву Средневичу.
Дорогие гости, дорогие ребята. Уважаю все. Я принял его в школу в 1966 году, первый класс. Действительно, сегодня скорбно вспоминать, потому что Зия Бажаев был в расцвете сил, ушел из жизни. Сегодня очень приятно то, что республика вспомнила, и мы, и село Ачхой Мартан горды тем, что такой человек о том вспомнили, хоть и поздно, но вспомнили и действительно присвоили первую школу имени выпускника данной школы. Он дал ей что, дал деловой, дал иман свободой. Так. Слово предоставляется заместителю главы администрации Ачхой-Мартановского района Сатуеву Айли Ахметовичу. Дорогие гости, дорогие наши ученики, вы являетесь наследником того, что оставил нам Зия Бажаев. Мы все уверены, что мы, все оставшиеся живых, будем хранить память о нем навсегда, и что вы продолжите его дело достойно. Сегодняшнее мероприятие принято по ходатайству администрации Ачхой-Мартановского района и лично главы администрации Бураева Шамиля Дусиевича, который был личным другом Зиявдина. Они вместе выросли, вместе играли, вместе ушли из этой школы, из этого села в большую жизнь. И для нас знаменательно, что сегодня к нам приехал именно Касуму Исмаил, его личное знакомство и его брат по тейпу и духу, вместе работавшие, лично знавшие его. Большое всем спасибо. Шуна Масарна дал эту боль. Сын Яхвел Швол Кенти Иш Войнюка Шуха Халапуиль Шумасери дал эту боль. Ер нагасен чакил шун хитаха, вой дуадуйч, масара дуадечайна. Амин элчан, ва дуадей дуун даш, син гергерш нахи, дал геш дольчун, дал шавирзин мечте, ол ярсан, адуани дуадия. Алхамдулиллах, рабби лалах. Амин. Yeah, I guess.